Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Кио. Посмотрите, мы сейчас находимся на объекте, как вы видите, две дороги, и посередине, чтобы было красиво и ухоженно, посадили декоративную траву. Может быть, любая, какая угодно. Очень хорошее решение, в каком плане, что она не требует никакого дополнительного ухода, и сейчас она разрастается и будет смотреться симпатично круглый год. Декоративность свою она сохраняет круглый год. Но, заметьте, вот здесь какая была допущена изначально ошибка. Посадили сразу же эту декоративную траву, но не проложили ничего от сорняков. И сейчас убирают сорняки. Действительно, здесь такой жаркий климат, что сорняки не везде растут. В принципе, даже во многих местах просто голая земля может стоять. Но здесь, так как начался полив, поливали высаженную декоративную траву, соответственно, и сорняки тоже стали прорастать и хорошо себя чувствовать. Это надо было предусмотреть до высадки. И смотрите, каким образом сейчас исправляют свой вот этот недочет. Пометили недостающие, либо те, которые не перенесли лето, не прижились, те места, где будет дополнительно высажены эти растения, и уже укладывается вот такой вот, прокладывается материал специальный. Геотекстиль — это обыкновенный, он пропускает воду, его очень часто используют в ландшафтном дизайне и рекомендуют, он очень хорошо для любых растений подходит. Как раз таки вот эту функцию выполняет. Наши все композиции остаются декоративные длительное время. Пропускает воздух, пропускает влагу. И дальше уже сверху отсыпкой. Посмотрите, как получилось дальше. Сейчас в геотекстиле прорезаются вот такие отверстия, делают, и сверху уже засыпается отсыпка. Если вы хотите, чтобы ваши композиции длительное время оставались декоративными, пожалуйста, предусмотрите все эти моменты, нюансы, как может произойти. И сразу же сделать один раз и качественно, чтобы не пришлось потом переделывать и делать двойную работу. Стоят помеченные вот эти штыри металлические, для того, чтобы понимать, где досадить, чтобы сохранить вот этот ритм на данной территории. Таким образом, вышли из ситуации, конечно, молодцы. А с вами была Георгиевская Татьяна. Жду вас на канале Тати Кио. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии под видео. Надеюсь, что это видео было полезно вам. До новых встреч. Пока-пока.